Воу, нитравка, включил нитро, ракета, полетели. Уай, туду. Ох, ребята, вы видели, какая амортизация на этом джипе. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки, и сегодня мы будем играть вот такую вот замечательную игрушку на ферме, будем гонять машины. Так, собачка моя ходит. Так, ну что ж, ребятки, давайте с вами пройдем дальше. А, тут открыть 3000 надо. Ну что ж, поехали на старом уровне, покатаемся, посмотрим, что же нас, ребяточки, здесь ждет. Так, это у нас что? Ой-ой-ой, ребяточки, подождите. А, вот, все. Ой-ой-ой, ребята, вы только посмотрите, какой у меня автомобиль. Вот это да, вот это, конечно, прикольно. Ой-ой-ой, бабах, ой-ой-ой. Бомба, ой-ой-ой, там бочки, они взрываются. Ой-ой-ой, что ж творится-то, ребятки, вы только посмотрите, вот это да. На самом деле, это прикольная довольно-таки игрушка. Мы с вами, ребятки, месяц назад в нее уже играли. Но каким-то образом она у нас, ребяточки, забылась. И мы с вами вообще пропустили все, что было до этого. Так, ребята, улыбочка, это что такое? Это я взял смайлик? Или это мой водитель улыбается? Говорит, Юра, давай уже побыстрее едь, побыстрее газуй, потому что время идет, часики тикают, а ты стоишь все на месте. Так, ребятки, ну что я вам хочу сказать? Что этот джипик довольно себя ведет неплохо. Для Майнкрафт-гонок он просто супер, ребятки. И тем не менее... Ребят, я... Ой, это лифт, куда ты, Юра? Ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки, меня взорвало. Так, ну что ж, ребятки, давайте возьмем рестарт. Вы видели, как меня взорвало, ребят, реально? Мне просто надо было просто-напросто подождать. Реально, чуть-чуть подождать, не стоит гнаться было. Так, это у нас падает мост. Но нам надо, ребяточки, дойти туда и... Сделать так, чтобы мы... То лифт был, оказывается. А мы сильно перегазовали и попали в реку, ребятки. Вау, прыжок. Вот это был прыжок. Давай газуй, автомобильчик мой маленький, любименький. Я знаю, что ты приедешь первый. Так, тихонечко. Джинь. Так, все, тихо. Так, вот это надо равняться на вот эту серенькую машинку, ребятки. Сейчас где-то здесь будет уже этот лифт. Вот здесь, ребятки, по-моему. Да, вот. Ребята, стойте. Почему я упал? Я же должен был доехать. А если я вниз спущусь, что будет? Ребята, я взорвался на лаве, подорвался. Вы представляете, как так-то получилось у нас? Ой-ой-ой-ой. Так, ну что ж, ребяточки, давайте по новой будем делать. Давайте по новой поедем. Так, погнали. На этот раз, ребятки, мы с вами должны быть более бдительными. Ой, я взял нитро. Вы видели, какая была скорость только что? Реально круто было. Ой-ой-ой, мост, который валится. Мы опять с вами с легкостью проезжаем, ребяточки. И едем в далекие края. Так, отличненько. Самое главное нам... Так, водитель, ты смотри на дорогу, он на меня смотрит. Так, теперь, ребятки, здесь нам надо быть более внимательными, более бдительными, чтобы не проиграть опять. Ох, ребята, вы видели, как я стал на дыбы? Этот автомобиль довольно-таки сильный. Так, сейчас, ребятки, где-то здесь у меня начнутся проблемы с... Ой-ой-ой-ой! Да как так-то? А? Да что ж ты будешь делать, а? Ну что ж, ребятки, давайте усовершенствуем наш автомобиль. Апгрейдим, так сказать, его. Так, это что, кузов у нас? Давайте улучшим кузов, давайте улучшим амортизацию, давайте улучшим скорость. Это все, что нам нужно на данное время, ребятки. Погнали. О, ребята, ого. О, я взял ракету, это означает, что это нитро я взял. Посмотрите, какая скорость у меня, ребят. Это реально круто, просто классно. Это просто, ребятки, не объяснить... другими словами, как это круто. Кто не понимает, тот не поймет. А кто понимает, тот поймет, ребяточки. Так что вот эти гоночки, Майнкрафт, это довольно-таки прикольная игра.
Давай, 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 малыш. Давай, я уверен, ребятки, что он должен доехать до финиша сегодня. Я чувствую, что еще совсем ему осталось немножко. Ребятки, надо аккуратно, потому что только что... О, вон свиньи стоят, смотрите. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Не хочу, ребятки, вас разочаровать, потому что джип уже довольно-таки лучше себя ведет, чем в прошлые разы. Ой, да как так-то? Серая только становится, и она сразу же переезжает, а я, получается, не переезжаю. Опять мы с вами, ребятки, немножко проиграли. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте будем по новой. Будем делать все по новой. Ого, я включил нитро опять, вы видели сколько? Вау, вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так, отлично, просто супер. Я так думаю. Круто. Классно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, бабах! Джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. Давай, давай, малыш, газуй, я в тебя верю. Посмотрим, на что мы способны, ребятки, на этот раз. Давай, газу, газу, малыш. Давай, 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 прыжок. О, вот это, малыш, давай, вот так вот, хух. Так, водитель на дорогу, смотри, а не на меня. Смотрит на меня, смотрите. Вот это прикольно. Так, 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 поехали. Давай, давай, стой, 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 стой. Газуй, 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 газуй. У меня мост задавил, ребятки. Опять мы немножко не сошлись характерами с мостом. И он сказал: Юра, нет, я тебе не дам проехать на этот раз, ребяточки. И что у нас получается? Так, что мы можем... Купить подвеску, давайте купим, ребятки, и начнем по новой. Воу, давай, ракета, нитро, бери, погнали, поехали, малыш. О, отлично, просто супер. Ого, ребятки, машина стала намного быстрее ехать, я вам хочу сказать. И на этот раз мы должны обязательно, ребяточки, доехать до финиша. Давай, 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 я в тебя верю. Прыжок, ой-ой-ой, бабах, ой-ой-ой, у меня там, ребятки, все уже разлетелось, наверное, внутри. Я уже, наверное, себе, ребяточки, все там сломал, переломал. Машина полностью моя неисправна, я так думаю. Но все равно стоит, ребяточки, отметить тот факт, что если ты сильно хочешь пройти эту игру, то ты ее в любом случае пройдешь. Так, берем, ребяточки, бензинчик. И едем сюда. Отлично, дорогие друзья, мы с вами проехали, проехали это расстояние. Ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать? Мост мы с вами проехали, а дальше просто так перевернулись на обычной горке. Ну как так? Ну, ребятки, видите, бывает. Так, ну что ж, давайте апгрейдим что-то еще у нас. Ага. Ну все, поехали, амортизацию апгрейдили, ребятки. Ох, довольно-таки неплохо уже едет наш автомобиль. Амортизация, ребяточки, улучшилась во много раз. И это просто замечательно. Ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать, ребяточки? Как эпически я взорвался. Так, ну что ж, ребяточки, давайте по новой. Ой-ой-ой-ой, да что ж творится-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так, ну что ж, дорогие друзья. Отличненько, просто супер. Давай газу-газу-газу, малыш. Я уверен, что ты довольно-таки быстро приедешь сюда, и все будет у тебя круто. Ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай. Давай-давай, отличненько, отличненько. Пока что, ребятки, все идет у нас по плану. Так, бензин надо не забыть взять, все. Машинка у нас заправлена полностью. Поехали, поехали. Так, прыгаем на мостик на этот. Едем, 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 едем. Газу, 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 газу. Так, здесь, ребятки, надо аккуратно быть. Потому что можно упасть, как я в прошлый раз. Так, поехали, поехали, поехали. Ой-ой-ой, куда мы с вами заехали, ребятки? Мы еще здесь не были. Посмотрите, как далеко реально. О, ракета, нитро.
Воу, нитравка, включил нитро, ракета, полетели. Уай, ох, ребята, вы видели, какая амортизация на этом джипе. Вот это да, ребятки, посмотрите, мы уже доехали до конца почти. Ой-ой-ой, погнали. Так, тихо. Но машина, ребятки, все еще едет. Бака у нас осталось полбензина, ребятки. И стоит отметить, ребятки, что пройти нам все-таки этот уровень сегодня надо. Так, что это у нас? Это у нас какой-то мостик такой был деревянный, который мог в любую минуту, ребятки, рассыпаться. Но мы этого с вами не допустили, как вы видите. И все у нас круто. Отлично, дорогие друзья. Просто супер. Просто замечательно, я вам хочу сказать. Вай. Хорошо. Отличненько. Просто супер. Посмотрите, ребятки, куда мы с вами... О, берем вон этот нитро. Отлично. Второе нитро даже можем взять. Ой-ой-ой-ой, второе нитро, ребяточки, это просто классно. Просто супер. Ох, вот это да, вот это прыжок. Ну что ж, ребята, скоро будет финиш, я так думаю. Мы с вами должны... До него, ай, ребяточки, взорвались до финиша. Буквально осталось совсем немного. И мы с вами, ребяточки, взорвались. Но ничего, как говорится, повезет в следующий раз. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня играли в гонки Майнкрафт. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство. Ребяточки, обязательно подпишитесь на мой канал. Красная кнопочка подписаться. Ставим колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики на моем канале. И я вас сильно очень люблю, дорогие друзья. Пока-пока.